Тростенец. История и память. Выставка под таким названием открылась в зале Большой хоральной синагоги в Гродно. Событие приурочено к 25-летию возобновления дипломатических отношений между Белоруссией и Германией. На выставке представлены документы, фотографии и воспоминания тех, кто был убит в лагере смерти, и тех, кому чудом удалось спастись. В Беларуси передвижная экспозиция уже побывала в Минске и Молодечно. Такая же выставка экспонируется и в городах Германии. В лагере смерти Тростенец под Минском фашисты уничтожили более 200 тысяч человек. По количеству жертв он занимает 4-е место после таких печально известных нацистских лагерей смерти, как Освенцим, Майданец и Треблинка. Совместный белорусско-немецкий проект рассказывает о страшном событии прошлого, чтобы сохранить ту память, которую еще не успело уничтожить время. Уникальность ее заключается в том, что ее создавали белорусские историки, немецкие, австрийские, чешские. То есть без участия кого-либо из вышеназванных не была она возможна, потому что память о этом месте уничтожения хранилась в разных музеях и в разных институтах по территории Европы. Основная цель – показать войну не через ужасные цифры, а показать через конкретные репрезентативные судьбы убитых людей в Тростенце.